Братья, еще одна проповедь или беседа, может быть, и тогда у нас будет перерыв. У меня будет рассуждение вот о чем. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Павел говорит: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, а теперь все новое». Какая мысль самая главная будет, друзья? Вот наше время, причем вот в моей жизни, вот уже так длительное время служения, наблюдения, я вот так заметил много нападений на истинное учение Иисуса Христа. Много нападений. Вот то, что я сейчас прочитал, развивается сейчас помимо, рядом, как будто бы. И даже такое очень ценное, на вид, привлекательное учение. Новый поток, живой поток. Вачманисты называют их. И вот во Христе, во Христе, во Христе. И до того во Христе, что даже говорят, все-все совершено во Христе, все сделано, и ничего не надо делать. Один пример такой приводил проповедник. Когда плывешь и устаешь в плавании своем, и силы кончаются, лучше, если прекратить всякое движение, лежать на воде и не утонешь. Ну, я не знаю, на какой воде. Если на пресной, наверное, утонешь. А если на соленой, может быть, и нет. То есть, вот сводится до того, что... И я так вот смотрю, друзья, что ну, вот во всяком ложном учении всегда, всегда сопровождается цель такая, как бы полегче. Как бы попросторнее. Я хотел бы провести линию такую. Что вот мы, братья, у нас это отсутствует вообще или присутствует? Мы во Христе или не во Христе? Потому что, понимаете, вот помню, когда-то была борьба такая, что у нас нет крещения Духом Святым. Мы не имеем Духа Святого. А когда вот какое-то сопротивление, вот здесь вот и служители у нас, и проповедники в основном, и я нахожу, что очень важно об этом поговорить. Когда откуда это сопротивление, когда открывается особый бой со стороны дьявола, то у верующих тоже происходит какое-то даже, ну, и невольное сопротивление. И кому? Истине. Я вот наблюдал, когда вот была такая непонятная борьба против духовной жизни. Имеем ли мы Духа Святого? Имеем ли мы вообще вот в себе нашего Духа? Или у нас только душа? Это такая была мысль тогда, такая пространная была, беседа много. И вы знаете, я замечал, что у некоторых, привыкших уже воевать, даже были отбивания, отражения, и там, где и не надо. О, брат заговорил что-то о духовной жизни, брат сказал проповедь о Духе Святом, это пятидесятник, надо его остерегаться. А почему? Потому что всякому действию со стороны дьявола всегда бывает противодействие. Правильные, а бывают и неправильные. Вот в настоящее время развивается. Я вот побыл на Украине, в Крыму. Развивается вот это учение, живой поток. И до того развивается, что в слабых церквах, где вот эта истина во Христе Иисусе, рождение свыше, новое творение – мало проповедуется,
Мало верующие об этом знают. В регистрированной общине в одной они разбили общину и там, ну, можно сказать, овладели полностью. На нашей церкви так вот нападают, ну, кое-что у нас все-таки освоено, вооружено. Но не совсем. Слабости у нас тоже есть. Вот простая такая мысль, друзья. Мы ее часто читаем, она очень удобная, когда вот 15 глава Евангелия от Иоанна. Здесь несколько раз Иисус Христос приглашает. С 4 стиха. «Прибудьте во мне, и я в вас». Вот еще 6 стих. Да, и 5. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем». Тот приносит много плода, без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают, бросают в огонь, и огонь сгорает в огне. Если прибудете во мне, слова мои в вас прибудут. Чего не пожелаете, просите, будет вам. И вот так вот несколько раз. Братья, у меня вопрос такой. Скажите, что вырывается из наших уст больше? Господи, хочу в Тебе прибыть, или другой? Господи, прибудь во мне. Можно погромче, кто хочет высказать, друзья. Давайте чуть-чуть побеседуем. Что больше в молитвах выражается? Господи, помоги мне в Тебе прибыть. Или, Господи, прибудь во мне. Прибудь во мне. Мы псалом поем. Господь, прибудь Ты с нами. Я размышлял об этом и думаю, может быть, тут ничего особенного. И опасаться нечего. А потом у меня такая мысль пришла. Да кто приглашает, тот и хозяин. Кто приглашает? Вот Христос говорит... Вы прибудьте во мне, я тогда буду хозяином. Если вы приглашаете, а смотрите, какие действия. Кто во мне прибудет, принесет много плода. Кто во мне прибудет? Моим учеником будет. А почему? Ну, приглашенный всегда чувствует себя слабее, а хозяин более властнее. Христос будет учителем, а я учеником. Если я пребываю во Христе Иисусе, то принесу много плода, потому что я там не буду командовать, а я буду плоды совершать. Когда я пребываю во Христе Иисусе, тогда чего я не попрошу, Он мне пошлет. А если я Его приглашаю, и Он во мне гость, а я хозяин, тогда он меня часто-часто на побегушках. Я только его прошу, Господи, Ты меня сохрани, слышишь? Господи, Ты меня благослови. Господи, Ты меня вразуми. И много-много. Господи, Ты меня исцели. Господи! И он исполняет без конца. А если он мне что-то скажет, вот это надо, вот туда поехать, вот то сделать. Господи, подожди. Господи, тут не меня, лучше кого-то другого. И вот эта вот мысль, я с этой хочу начать, друзья. Почему Иисус Христос нам говорит, прибудьте во мне? Он даже не предлагает нам, войдите в меня, а прибудьте. Просто... Для того, чтобы вот само-само все вот до конца понятно была вот эта истина. Ну, я не думаю, что я ее так исчерпывающе расскажу. Но хотя бы, может быть, насколько вот мне открыто, друзья. Где будет какой-то невежда в слове проявлено, вы меня не сойдите. Тут дело даже не в грамотности, а как бы выразить эту мысль, друзья. Вот у меня так вот вспоминается из Слова Божия. «Войдите» – это уже сделано самим Богом.
первая глава, первое послание к Коринфянам, там говорит апостол Павел, от него, от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался за вас ходатаем, и который есть для вас теперь Господь, чтобы никто собою не хвалился. Это так сделал Бог. А это о чем говорит, друзья? Вот когда в 15 главе мы рассматриваем первое послание к Коринфянам, интересные мысли, они простые, но, может быть, не всем они приятные. Молодые братья сейчас часто страдают от недостатка проповедей, потому что ищут что-то особое возвышенное. Белегреймское, потом богословское такое, с интернета, вот какие-то. А вот такие простые мысли потеряли, а без них дальше и хода нет. Вот я читаю 15 главе 1 послания к Коринфянам. 43 стиха. «Сеется уничижение, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное». 45 стих. Так и написано. «Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний, Адам, есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные. Каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут». Что не могут? Наследовать Царствие Божие. И тленное не наследует нетленное. Вот поясняю, братья, что для нас было первое родное? Мы были в Адаме. Адам согрешил, мы все в нем согрешили. Все лишены славы Божией, все негодны, как один. Первый Адам, перстный, с земли. Потом появился второй Адам. Кто, братья? Небесный, небесный Христос. И его здесь вот для простоты, для удобного сочетания и перехода, вот так Павел и осмелился назвать. Второй Адам с неба. Второй Адам с неба. И вот это особенно так вот хорошо нам дает понять, как мы носили, или вот такого, какого перстные, такие и перстные адамовцы. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. С Адамом мы произошли от Адама. Вот и адамовцы. Теперь же, вот в моем понимании так, вот Бог взял нас из Адама и перенес Иисуса Христа. Из первого Адама во второго, когда мы оказались во Христе Иисусе, когда нас еще не было, от Него, от Бога, и вы во Христе Иисусе. Вот это сделал Бог. И теперь мы во втором Адаме. Вот когда шестую главу читаешь Римлянам, там так вот поясняется. Я прочитаю несколько мест. Неужели не знаете, 6 глава, с 3 стиха, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы с Ним соединены,
подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что жить будем с Ним. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Друзья, вот так вот верою, откровением Бог дает каждому разуметь для правильной вот, духовной жизни, устойчивой жизни, победоносной жизни. Надо верою уразуметь через Писание, когда я определен был во Христа Иисуса, прежде чем Христос страдал. Он для того и принял нашу природу. Он для того и стал человеком, чтобы нас вместить в себя. Когда шел Христос на Голгофу, мы были в Нем. Когда Христа распяли, мы были с Ним пригвождены. Когда Христа погребали, мы тоже в Нем. Когда Христос воскрес, мы с Ним воскресли. Это сделано было общим для всех. Теперь мы входим в это верою. Друзья, я теперь немножечко коснусь, как теперь некоторые понимают. И потом еще продолжу, как нам должно пребывать в этом учении, чтобы не попасть в заблуждение, потому что некоторые очень легко идут за ложным учением. Если сегодня нам предложат харизматы, пойти за ними, то я уверен, что многие из нас уже побоятся. Почему? Это уже пережитый этап и неоправданный. Потому что такие дары, такая как бы святость, а понаружи открылась по-другому. По-другому. Вид, косметика, вот нам приходилось многим смотреть, танцы, выкрики, дикость. Навзначь падают, когда принимают крещение. Какое крещение? Трудно сказать, чье это крещение. И мы уже это понимаем, друзья. Если сегодня подходят к нам пятидесятники, мы тоже уже изучили. Если сегодня подойдут к нам свидетели Иеговы, нам немножко тоже известно, друзья, что все-таки Троица Святая составляет единого Бога, и каждый из них – Бог. И нам очень режет слух, когда нам говорят, что Христос не Бог, а Дух Святой – это вообще энергия. Друзья, но сегодня с таким тонким подходом сатана нашел ложных учителей и пророков. С таким тонким подходом. Вот я сейчас прочитал во Христе Иисусе. И несколько мест. И их еще очень много. И эта беседа очень длительная и обширно, глубокая и полезная, друзья. И как в этом, я помню, раньше даже, извините, останавливаюсь вот немножечко, когда говорили о пятидесятниках нам, и некоторые так смущались, так колебались, говорят, вы знаете, братья, не могу против ничего сказать. А почему? Боюсь похулить Духа Святого. Я когда слушаю слабеньких вот так верующих и даже вхожу в их вот положение, думаю, а правда, неутвержденные в вере, слабенькие духовно и не очень-то осмелятся, потому что сатана такие места подбирает, такие тонкие нам преподносит ложные учения, что они связаны с крупными и основными узлами учения Иисуса Христа. Представьте, о Духе Святом. Христос говорит, хула на Духа Святого не простится. А тут попробуй сказать прямо такое, это заблуждение. И сразу дрожь. Я вот побыл в тундре,
там вот народности, как немцы, ханки. Мне пришлось самим посмотреть на них, новенькие, молодые верующие. Как они радуются, как они прославляют Бога, как они доверчивы, как с ними легко, друзья. Я даже так вот брату со мной, сопровождающему, говорю, посмотри, как Христос говорил, последние будут первыми, а первые – последние. Эти настолько доверчивы, настолько детская простота. Но вы знаете, не так легко это все им досталось. Когда братья достигли там их покаяния и их решение пойти за Христом, а богов их сжечь, вот у них там всякие, ну, идолов страшно много. В одном месте брат говорит, 8 мешков принесли своих богов. И вот высыпают и дрожат, дрожат. А во главе их шаман. Тот уверовал тоже. Но хорошо, что шаман уверовал, и они за ним смотрят, как он, так и они. Ты будешь отвечать. Ты нас вводил в заблуждение, теперь и выводи. И вот он высыпал сам мешок. Потом за ним следующий высыпали. Вот, братья помолились. Будем сжигать. Подводят факел. А наши младенцы закрывают вот так лицо, закрывают, а сквозь пальцы смотрят, что с богами будет. Будут сейчас прыгать, кричать, а вдруг нападут на нас, а вдруг они действительно боги, они из огня выскочат. О, это было такое зрелище. Они сгорели, никто из них не крикнул, не пискнул, не подпрыгнул. И потом еще больше, и некоторые говорили, ваш Бог сильнее, ваш Бог сильнее. Эти боги сгорели. Друзья, не так просто вот все. А дьявол вот с каждое десятилетие преподносит нам все новые и новые спицы в колесо, если проще сказать. И все сложнее, сложнее и сложнее. Так вот, опять немножечко возвращусь, чтобы вот так уразуметь, как же мне не опровергнуть, то есть не сойти с пути вот этого понимания во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Мне так вот на сердце ложится, друзья, что то, что совершено на Голгофе, это истинно так. Истинно так. В моем понятии, я все время первое для себя начало беру то, что на Голгофе. Верую, принимаю на Голгофе то, что совершено. Тогда в моей жизни практически это осуществляется. Я думаю, что у многих из вас тоже так. Ошибка та, когда на Голгофе непонятно, а человек берется своими силами что-то достичь. И часто говорит, у меня не получается. А некоторые такие грехи, как у меня, никто, никакой Бог никогда не простит, пока я сам их не упорядочу, не избавлюсь. И сколько не избавляется, сколько не упорядочится, никогда не избавляется. Вот, допустим, друзья, такое. Если я уразумел, мне Господь открыл, что я во Христе Иисусе, с того момента, когда Бог усмотрел, когда Христос пришел на землю, когда это произошло, я был пастухом в свое время однажды, лет 12 мне было так, вот там пастух был главный, а я под паском был. Ну, был так вот, тоже с ним соучастен. И однажды такой солнечный день, я иду, 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 смотрю, такой муравейник громадный, прям город. И вот так кишат муравьи, такие коричневые, крупные. Я присмотрелся к ним, какая работа в них.
посмотрел, с какого материала они строят этот дом свой громадный, и решил им помочь. Я наломал таких стебельков, вот целую пригоршь наломал и преподношу, сверху высыпал. И доволен такой, думаю, сейчас они меня отблагодарят. Они шух, разбежались. Ну, ладно. Потом выползают, все мои труды разобрали и далеко разнесли с пренебрежением. Я так и посчитал, гордецы. А когда я стал вот вникать в истину, друзья, когда вот это вот уже проповедовать понемножечку стал, больше, 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 и мне открылось, так мне бы надо стать было муравьем, тогда бы они меня поняли, тогда бы я им помог, тогда бы они мне доверились. Вот что сделал Бог, понимаете? Сколько тысяч, столетий Бог являл милость свою и доброту свою, и спасение свое. Но Бога никто никогда не видел и видеть не мог, а только единородный Сын открыл. И теперь в наше время, счастливое время, в нашу эпоху, в нашу эру, Бог усмотрел явиться во плоти. И вот так вот, братья, эта цепочка, она такая вот неразрывная. Вначале еще, я помню, однажды со мной встретился человек такой, ученый человек, но попал тоже в тюрьму. Он так обособленно все время ходил после работы, думал что-то, размышлял, ни с кем не общался. А у меня Библия была, я 5 лет отбывал, и к концу года уже так вот возможность такая была, что у меня Библия, я ее разделил на 6 частей, так бы не позволил порвать. Как сейчас, вот, да, каждый листик бережешь, а там надо было, прямо разделил, на 6 частей разделил. И я раздавал, записывал, ввел учет, какая часть у кого читается, кто отдает мне, я другому. И я решил предложить первую часть бытия вот этому человеку. Он возрадовался. Я говорю, только осторожно, чтоб никто не видел, не знал. И когда он стал читать бытие, вначале Бог. Вначале Бог. И потом раскрылось, вот когда Иоанна, я ему стал читать Евангелие, 1 глава тоже, это как бы вот, ну, перескакивание такое, но одной и той же мысли. 1 глава Бытие, 1 глава Иоанна. Вначале было Слово. Слово было у Бога. Слово было Бог. Ну, спрошу вас, братья, о ком идет речь, а? Об Иисусе Христе. Об этом надо смело отвечать, братья, не смущайтесь. И без Слова ничто не начало быть, что начало быть. То есть Бог действовал Словом. Бог – Отец, Слово – Христос. Бог – ведущая личность, исполняющая Христос. Все через Него начало быть. Иисус Христос, какой, ну, как сказать, объемный Творец по повелению Отца. А Дух Святой порядок наводил. Где какой хаос был, это уже потом мы читаем. И Дух Божий носился над водами. Друзья, теперь 14 стих этой главы. Слово стало плотью. Обитало между нами полное благодати. Вот это вторым названием. Рождество Христово. Или Слово стало плотью. Или Бог явился во плоти. Мы у Бога Духом Святым такое имеем обширное познание, друзья, что у нас одно Рождество имеет многие-многие разветвления, названия, события и Божьи планы и намерения. И вот Слово стало плотью. А потом
от полноты Его и мы приняли от полноты Его. Воплощенное Слово, друзья, кому как оно дается? Вот кому-то воплощенное Слово, вот это Библия, а кому-то просто книга. Кому-то просто книга. Кто-то срывает только верхушки, вот какой-нибудь текст возьмет во Христе, а потом во Христе доходит до того, что говорят, вот во Христе, значит, мы все братья и сестры, приветствуйте друг друга лобзанием святых. И братья сестер приветствуют, а сестры братьев. Говорит, у нас греха нет, все во Христе Иисусе совершено, все грехи прощены. Я вот когда был на таком собрании, вот в Сухуми помню, наши кто-то молится, ну, из баптистов, Господи, прости меня. Они смеются, о, до сих пор еще непрощенная душа. Господи, я согрешил, ой-ой-ой, вот заблуждение какое, надо же, а? Согрешил. Да все грехи прощены, какие бы ты ни грешил, все прощены. Не надо просить прощения, все прощены. Вот как во Христе Иисусе. Какую крайность можно упасть? Не во Христе, а уже за Христом далеко, понимаете? И целовать-то я не пойду старушку какую-нибудь там морщинистую. А потом что? И как оно сыпется, валится. Но, братья дорогие, не сразу. У нас в Тимошевске быстро разрушилось. Вот так во Христе, а потом каждый по себе и все. А в других местах, где слабая духовная церковь, где не понимают истину во Христе, как должно, сполна, долго-долго там еще продолжается вот эта борьба. И преуспевают. Вот поэтому я бы вот так вот предложил, братья дорогие, вот надо Слово Божие всегда представлять воплощенный Христос, пропитанный Слово, пропитанное вот эту книгу, воплощенный Христос. Воплощенный Христос во мне. Вот воплощен. Ведь плоть Христа, она не сравнить с нашей плотью. Наша плоть адамовская, это от Адама греховная, извращенная, Христова безгрешная. Никто бы из человеков никогда не мог бы искупить человечество. Никто. И когда Христос спросил учеников своих, я вот всему придаю значение. За кого меня люди почитают? Вы думаете, это гордыня Христа? Я бы когда спрашивал, слушай, а как я проповедь сказал? А, ты хоть скажи мне, ты друг мой, ты хоть поделись. Ну, так хочется послушать. Ну, как? Или вообще, вот как я пресвитер, хороший или нет, а? Да не эта мысль была у Христа, абсолютно не эта. У него была мысль, вот если меня за Христа почитают, значит, цель достигнута, и некоторые уже поймут. А когда услышал за Иоанна, за Илию, за Иеремию, за Крестителя и прочее, и Христу это стало печально. Люди не понимают. Никто не может спасти же. Никто. Кто? Иеремия спасет человечество. Иоанн Креститель на кресте будет распят. За себя может быть, а за народ? Кто? Илия? Он скорее попалит, чем спасет. Иоанн настолько был настроен, когда придет Христос, о, порядки наведет, и топор, и лопата, и почистить, и костры разожгет, и сожгет, и что угодно. И сидит и думает, это не Христос пришел, а почему? Спасаются, прозревают слепые, мертвые воскресают, хромые ходят. И он усомнился. А почему? Характер адамовский-то вон какой, а Божий вон какой. И посылает даже учеников. Пойдите, уточните.
ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Вот какая разница, братья. Поэтому Богу даже не было надобности нас ремонтировать, реставрировать. Как у некоторых это процветает со всеми силами. Вот тут подправлю, вот тут я себе порядок приведу. Посмотрите, грешники, как многие не идут. Как мне прийти? Как мне показаться грешником таким? Я курить брошу, выпивать брошу, а потом приду. И тогда хорошеньким приду, а дам подремонтированный. Вот, братья, если когда вот эта мысль развивается в каждом из нас, знаете, какое противление становится моему «я», противление моим делам. Вот почему говорит 2 глава Ефесянам: «Благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». А как дела? Вот мы сейчас слышали дела. А дела, которые уже теперь в Божьем, в новом человеке, в духовной жизни. Ведь дела, которые мы будем делать в Адаме, мы цену будем своим делам сразу же объявлять. Я тебе сделал, ты мне сделай. Если ты мне не сделаешь, я запомню. Я-то тебе сделал. А Павел говорит: да для того и созданы мы, для того и созданы. Братья, вот как бы уразуметь до конца, откуда крепость моя духовная? От того, что я сам ее развиваю, или я все беру с Голгофы? Все беру с Голгофы. Вот когда я уразумел, что я во Христе Иисусе, теперь моя какая задача? Какая моя задача? Моя задача – держаться Иисуса Христа. Почему? Может быть, сомнения будут? Может, дьявол мне будет навевать? Да ты недостоин! Да тебе ли? Да нет. Меня Бог туда поселил. Меня Бог туда вложил. Это сделал Бог. Мне теперь не то, что туда надо прорываться, стучать в дверь Иисусу Христу, а пребывать в том положении, в котором уже совершил Бог. Верою. Я когда пребываю во Христе Иисусе, друзья, я никогда не буду делать этих постыдных дел, какие делают сегодня вот эти современные вачманисты. Наглость какая, непочтение старших, возвышенность, гордость, какое высокомерие. Да разве может таким когда-либо быть Христос? Вот мы читаем это Галатам, 3 глава, 27 стих. Крещение, что означает? Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Во Христа облеклись. Братья, облеклись во Христа, это значит, меня не видать. Меня не видно. Облик. Вот делают на Новый год всевозможные виды. То там собачку натянет на голову, и вот вид такой. То там еще какие-то Деда Мороза и прочее. И вот идет, и не знаешь кто. Чучело, не чучело. Ну вот называют это Снегурочка, это Дед Мороз. Ну ладно так. Друзья, я это отрицательный пример привел, чтобы как-то нам уразуметь, чтобы нас узнавали, кто мы. Кто мы? Вот пребывание во Христе Иисусе – это истинное для нас основание. Мы, когда посещаем кого-либо из наших членов церкви, иногда позвоним. Вы там дома? Дома. Но мы намерены к вам через полчасика или через час приехать. Что делается в этом доме, как вы думаете?
И так заметно, когда заходишь, еще и вода блестит на полу, и везде все блестится, и многое недоделано, но прикрыто, прикрыто все, все, все. Почему? Служители придут, служители. Это вот все, опять-таки, человеческая хитрость, человеческие ухватки перед людьми себя показать. А то, что во Христе, а то, что Христос, вот как присутствие Его пройдет. Николай Степанович не один раз приводил пример. Хотел войти в дом одной семьи и раз назад воздержался. Крик такой, скандал страшный. Он постоял у двери и подождал, когда пауза будет. Потом стук-стук-стук-стук. «Войдите, войдите!» Он приоткрыл. «Ой, брат дорогой, да как же!» И чуть не обнимаются, чуть не целуются, и никаких скандалов нет, и все мирно. Куда это все делось? Пред лицом человека надо быть хорошим. Надо быть хорошим. Вот это вот страшно, вот это мы думаем, что Бог не видит, Он где-то далеко на небесах, но мы в Нем, друзья. Я же говорю, когда мы кого-то приглашаем, то мы тон задаем, а не тот, кто пришел к нам. Вот почему первым стоит в 15 главе, вот Иоанна первым стоит, «Прибудьте во мне, будьте покорны тогда, прибудьте во мне, я вам труд предоставлю, вы будете работать и много плода принесете, прибудьте во мне, тогда вы будете нуждаться и помолитесь, и чего не попросите, я буду ходатайствовать за вас». Я иногда слушаю, братья, вот какие молитвы бывают у нас, особенно в сестер, да и мы, братья, те меньше молятся, им как будто и меньше спроса. А сестры, они ж простые, в них нужд много, и часто молятся. «Господи, терпение пошли мне, лопается терпение. Господи, кротости мне пошли, Господи, пошли мне любви. Люблю только тех, кто меня любит, а так уже я не люблю никого. Господи, меня уже разоблачает». Но я добавляю немножко. Почему такие? И без конца, и без конца. Все пошли, Господи, только чтоб Ты не был хозяином. Вот Ты мне все пошли, я украшусь Твоими дарами. Терпеливый буду, кроткий, любовью всех обнимать, улыбаться всем. И даже буду дарами своими вот так вот распространяться. Но только я, и я красивый я. И Господь говорит, просите и не получаете. Лучше сам Христос, а с Ним все. Но это надо покориться. Надо покориться. Поэтому вот во всякой истине, особая распространяющаяся истина, занимающая нас как необходимостью в жизни нашей, ведущая нас в небо, она всегда встречает большие сопротивления. Сатана преподносит рядом похожую, но не истину, но похожую. Вот что значит вид ангела света. Вот что означает Христос и на белом коне, въезжающий в 6 главе Откровения. И венок на голове, и у него лук, но стрел нету. И так вот мы, ой, Христос, ой, а это Антихрист. Братья дорогие, как нам важно вот в любом случае распознавать. Вот еще один момент, и сейчас будем молиться, братья. Если, допустим, так вот рассуждать, спасение совершено на Голгофе, я параллельно чуть-чуть, чтобы убедились, что не все то, что мы во Христе Иисусе, освобождает нас от всякого действия, от всякого старания, от всякого стремления, как вот нам со стороны эту ложь преподносят. Я хочу, ну, так вот, другие истины напомнить. Спасение совершено на Голгофе? Отвечайте, братья. Совершено. Опять. Вот посмотрите, какая опасность от кальвинизма. Если ты однажды получил спасение, рождение свыше,
прощение грехов, никогда не погибнешь. Я задал вопрос однажды, говорю, а как погиб Анания с Сапфирой? А это еще вопрос. Это Бог их наказал. Они не погибли. А как же, говорится, держи венца твоего, чтоб никто не похитил? Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Находят на все. Они этим занимаются. Они в этом день и ночь заинтересованы, как вот и свидетели Иеговы, понимаете? У них какая цель? Изучать место Писания, только то, что касается этого ложного учения. И они, когда с нашими встречаются, они забивают, как засыпают, ну, знаете, бесконечными стрелами. А наши сразу, куда там мне? Они так Писание знают, они как с под молотка, они как автомат. Но какой-то из нас, познавший истину, только чуть-чуть их столкнет с их линии, а они как на льду. Раз и расползлись, и все. Но надо же все-таки быть нам всесторонне вооруженными. Павел говорит, не только щит веры, но и шлем спасения, и меч духовный. Еще, братья, вот допустим так. Мы говорим, на Голгофе нам Христос дал жизнь вечную. И если любого из нас сейчас спроси, брат, имеешь жизнь вечную? Имеешь, имеешь. Я уверен, любой из нас скажет, имею. Имею. Братья, да мы и должны быть уверены. Мы должны быть уверены. Я вас не хочу смутить чем-то. Если на Голгофе прощены мои грехи, для меня это основа. И если я не буду уверен, что прощены грехи мои на Голгофе, я завтра же не устою, меня дьявол свалит, смутит. Но чтобы я не согрешал, и чтобы я нигде греха не сделал, я думаю, такого не найдешь. И со всех этих вачманистов, и со всех этих новых потоков живых. Почему, братья? Потому что все мы переживаем. Я в одном месте так вот приехал, а меня вопросами засыпают. Говорю, Васильевич, тут вот был проповедник, привел нас в тупик. Вечерю надо совершать. А он читает, рожденный от Бога не грешит. Рожденный от Бога хранит себя. Лукавый не прикасается к нему. Братья, сестры, грешите? Грешим, брат, грешим. Все, в вечере участвовать не будете. Сестра одна говорит, да брат, мы не грешим, мы согрешаем. А он открывает третью главу этого же послания, первого послания Иоанна, то в пятой, это в третьей. И читает шестой стих. «Всякий согрешающий не видел его, не познал его». Все? Вопросы есть? Нет вопросов. Когда я приезжаю, одна половина уже за то, что мы не должны грешить. Я говорю, не должны, не должны. Ну, вы грешите, грешим, согрешайте, согрешайте. А кто ж тогда мы? Ну, слушайте. И начинаю говорить, действительно, рожденный от Бога, вот эта божественная природа, данная нам рождением свыше, она не грешит. Но у нас же осталась адамовская. Мы же ее должны доносить до конца, как будто какой-то долг ей отдать, что ли. Я даже не знаю. Ну, как родителя докормить, что ли. Ну, мы ее должны все-таки похоронить. Понимаете? Не имеем права уничтожить ее. Или сказать так, в дар Божий то, что я тебе обязан. Тоже не имеем права. Не имеем права ничем. До самой смерти или до восхищения. Тогда уже мы с ней расстаемся. Но дал нам Бог нового, рожденного свыше, который не грешит. Когда я грешу, когда я согрешаю, когда я не имею тесного общения с новым, в новом Дух Святой, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, это тот сосуд, это тот светильник, которым масло,
Это тот, который получит новое тело? Это тот, который будет восхищен на небо? Но как я с ним дружу? Как я его люблю? Как я его кормлю? Меня в лагере спрашивали заключенные. Григорий Васильевич, да, отец Григорий один. Как священника. Я сегодня слушал, не называйте себя отцом, не называйте, а нас то называют, иногда и назовут. Ты себя не считай отец духовный, ты себя не считай учитель, ты себя не считай вот равным совсем. А если кто-то и назовет, вот так там называли, скажи, что такое пост? А я думаю, ну зачем оно им? А попробуй не ответь, там же и воры, там же и законники, все там. Я тогда говорю, ну, я же вам уже пояснял, у меня две природы. Одна Божья, рождение свыше. А пояснял, правда так, мне было легче отвечать. А вторая, это осталась адамовская по природе, вот ее донашиваю. Ну что? Ну я слежу как личность, не то что вот сидеть, лежать и ничего не делать. Мне даже следить вот за ними, это большая ответственность как личности. И я говорю, я вот слежу, смотрю, адамовская природа начинает долбить мою Божью и побеждать. Я адамовской урезаю пайку. Но по-зэковски иначе не пояснишь, понимаете? Они говорят, все понятно, все понятно, все понятно. Я только удивлялся, думаю, как быстро понимают неверующие. А верующие никак не поймут. И голова кружится, и желудок сосет, и ноги млеют, и все. И поста боятся ужасно как. Почему? Адам превозмогает. Превозмогает. Все попридумают, и так хорошо объяснят, что я даже боюсь сегодня продлить, чтобы не опоздать нам на обед. Потому что сказано было в 3 часа. А воскресенье, вечеря Господня. Думаю, ладно, на вечерю сошлюсь, потому что хоть полчасика, и все-таки будет хорошо. Если мы помолимся на коленях больше, чем поспешим к обеду, друзья. Вот когда начинает у меня сосать, и когда начинает у меня голова болеть, я понимаю, что это только начало поста. Это только пост входит в силу. А когда я хожу, и ничего не болит, не дошло еще, чтобы пост вошел в силу, чтобы сатана встревожился. А почему, братья, у меня сыновья даже, их тут ну, есть кто-то, помню, малыми, подростками, ну так уже кто-то, член церкви, ужинают и говорят, надо сегодня плотно поесть, завтра пост. Вот. А думаю, а нет ли таких мыслей и у взрослых? То они подростками были. А у взрослых нет ли попозже поесть, там 11:30 ночи, чтобы короче был день поста? Да не дойдет, не успеет пост войти в силу, как вы уже ужинать будете. А то еще под полудойте, скажете, да хватит уже. Уже 3 часа, то 5 уже, перед собранием некоторые. Это все то, что мы во Христе Иисусе мало пребываем. Мало пребываем. А больше в Адаме. А больше в Адаме. С ним мы разговариваем, с ним мы на работу, с ним мы... Хорошо, дети иногда подсказывают. Выходим из дома, а дети кричат, вы помолились? О, давайте помолимся. А то и это даже. Да ничего, я уже хороший водитель, уже опыт имею, и... Успею, выдержу, вывернусь. А сколько не вывернулось, а сколько попадают. Братья, и вот все взять во внимание, Бог не сделал нас роботами, не сделал. Он с нами считается. И считается очень-очень ценно считается. Он ценит нас. Потому что мы и по образу, и по подобию Его, и наследники. А здесь на земле мы продолжатели и рук Его, и Его чувствование, и ум Христов, и все-все продолжение через нас. Поэтому, если сказал Христос, отвалите камень, то не потому, что Он не мог отвалить, а чтоб соучаствовали.
Если Христос сказал, развяжите, да он бы еще там при повелении отлетели бы и пелена, и все эти повязки отлетели бы. Развяжите, участвуйте, старайтесь, стремитесь постом, молитвой, усердием. Полностью, я думаю, что если истина по учению Христова, и кто это поймет, моментально может уразуметь, какое страшное заблуждение во Христе Иисусе быть лодырем, а на поцелуи живым, а на гордость высокомерными. Непочитание никого. Вот так вот стояли, вот Николай Степанович свидетель этому. Я проповедую, они стоят один здесь, один другой, и проверяют, правильно я читаю, а может я пропускаю, а может я выбираю слова на ходу выдуманные, чтобы только не так. А как только чуть-чуть начинают пояснять, они сразу тут же прямо перебивают. Где уважение? Где почитание? Что это Христос? Это бесчинство? Это хулиганство? Но, братья, они так не покажут вам многим. Это они уже там вынуждены были показать себя. Они когда подходят, все с ангельским голосочком. Вот так сегодня и другое, о чем, может, братья расскажут, которые показывают вид ангела света, бывши служителями и хорошими были в свое время, примерными, а сегодня пошли против братства, и книги пишут, и брошюры выпускают, и всевозможные письма пишут против братства. А вот я доволен братством, доволен. У нас нет выпучивающих каких-то пылких огней горящих, которые часто бывают чуждыми. Нет у нас. Нет у нас каких-то порывов таких, что не догнать. И, кажется, чудеса и знамения, и всевозможные страшные потоки бурлящие. Нету, нет. А вот идем, 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 идем. И слава Богу, и слава Богу. Потому что сколько Господь показывал, Ильи показывает, где Бог, где Бог. И показал несколько видов. И бурный ветер, и порывы, и всевозможные другие. А вот в тихом веянии, дал бы Господь уразуметь, братья дорогие, и продолжить эту мысль. Я ее только начал. Может быть, кому-то поможет продолжить ее. Продолжить, чтобы каждый день пребывать во Христе Иисусе, каждый день пребывать в прощении грехов, каждый день пребывать в радостном воспоминании. Дана мне жизнь вечная, дана мне. Держись жизни вечной. Зачем сказано «держись»? Держись, держись. И как хорошо, друзья, вот... В заключение я скажу так. Все ищут своего, Павел говорит. И тесные врата, и широкие. Вот даже в таком, кажется, святом деле тесные врата – это наши молитвы, это наш пост, это усердие, это старание, это прилежность, это ревность, это жертвенность, это страдание. А широкие врата – все сделал за нас Христос. И получается, ешь, пей, веселись, только кричи, я во Христе Иисусе, я во Христе Иисусе, и все. Да, словам место есть в воздухе, какие бы кто ни выполнил, но за все будем давать отчет, за все. Они пишутся. И тогда скажет Христос, никогда не знал вас. Как же, мы ж... Именем Твоим, да. Да мы чудеса творили. Да мы многие дела. И слова Твои, Ты учил нас. Учил. Но вы учениками не стали, а учителями. А учителями. Братья, пусть Господь поможет. Мы помолимся об этом краткими молитвами. И молитва особенно, чтобы вот мы не поддавались всевозможным побочным
ложным учением, даже хотя бы под вид святости. И ласкательные такие слова, но лукавые, лукавые. Сегодня, как никогда, со всех сторон, чтобы обольстить, чтобы сбить. Да поможет Господь устоять, уцелеть и быть навеки с Господом. Аминь. Будем